Привет всем, мои дорогие! Обычно я делаю видео, рассказываю о ком-то или о чем-то, а сегодня решила поделиться своим результатом и радостным, хорошим результатом. Как многие знают, что у меня был диагноз рак щитовидки, 8 лет назад мне вырезали, потом сделали радиацию, первая радиация не сработала. Thyroglobulin panel должна была быть 2.0 или down. Но так как у меня было именно 2.0, и я опять забеременела, то numbers пошли вверх, и доктор сказал, что мне нужно делать второй раз радиацию. Второй раз, это значит, когда бы я, конечно же, хотела родить и покормить ребеночка. Ну, эту всю историю многие знают. Если хотите, я вам потом расскажу это все в деталях. Короче говоря, через каждые 3 месяца меня проверяли, потом мои numbers пошли down, уже дошло до 8.0. И она говорила, что все, тебе точно нужно делать радиацию, бросай кормить, мы будем делать вторую радиацию. Но когда я узнала о воде правильной, о питании клеточном, стала это все делать, проходить, и мои numbers пошли down. 6 months ago, когда я проверялась, уже было 4.6, I think, 4 point something. This time 2.7. Представляете, еще немножечко, и они меня оставят в покое, я думаю, потому что доктор, она, конечно, очень хорошая, я ей очень доверяю. Она, конечно, делает то, что ей нужно делать, то, что, ну, как для всех пациентов, да, но она сначала she was pushing me, что нужно делать это все, просто переставай кормить и давай делать будем. Сейчас же она говорит, ну, I see that the numbers are not growing, which is good, но все же у тебя там есть cancer cells, поэтому лучше сделать радиацию. Но я сказала, что я принимаю supplements, я иду по этой системе. Она говорит, а что supplements? Ты понимаешь, что это все, это cancer cells, а ты о каких-то supplements мне говоришь. Однако я понимаю и вижу то, что у меня лучшие результаты, поэтому... Танюшенька, привет, привет, дорогая, приятно тебя очень видеть. Поэтому я очень рада. Честно говоря, когда я только узнала о том, что у меня рак, стала очень много читать, смотреть, мне многие давали советы хорошие. Ну и, конечно же, среди этих всех была такая диета, очень строгая. Я Сереже сказала, что, знаешь, я, наверное, лучше умру, чем быть на такой диете и всю жизнь. Поэтому я так рада, что можно жить без этой диеты, питаться правильно, пить правильную воду. Понимаю, что в закисленном организме быстро разрастаются эти все раковые клетки и грибки. Это же грибок, да? А то, что мы пьем щелочную воду, этот правильный продукт, кормим свою клетку, вот оно все и работает, все вместе в комплексе, поэтому мне так радостно. Слава Богу, спасибо всем тем, кто молился обо мне и переживал. Я сейчас буду плакать, как и всегда, но это приятно, знаете, как радостно, очень радостно. Я так надеюсь, что через 6 months у меня еще лучше будут результаты. И что я еще хотела сказать? Я даже еще родителям своим не сказала эту новость. Они очень ждут сейчас. Конечно же, всегда молятся обо мне и ждут хороших результатов. Буду вам рассказывать еще. Очень хочу, чтобы быстрее 6 months прошло и быстрее я увидела уже perfect результат, которого уже мне скажут, все, тебе ничего не нужно делать. А единственное, что она сказала, что тебе обязательно нужно делать скен. Хотя бы сделай скен. Ну, я согласилась, конечно. Сделаю скен, посмотрим на мои lungs, чтобы не было никаких метастаз. Я надеюсь, я думаю, что нету ничего. Ну, сделаем и посмотрим, как там, чего. Я думаю, через недели-две, наверное, будет этот скен. Так что вот такие результаты. Слава Богу и всем спасибо вам, кто молился обо мне. Всем хорошего дня и здоровья. Всем-всем люблю вас, всех целую. Пока-пока.